Салют, братень, ты на канале Не Карате, рад тебя приветствовать. Я спешу напомнить, бокс не карате, тут думать надо, есть о чем подумать. Очень сложно было найти поединки Джалолова, Соколовского с второй парой. Якубов бился с Шакиф Остром, Парабеллум устроили нам нереальный квест «Найди поединок» называется. И за платно не могу найти, и за бесплатно не могу найти. Нигде не могу найти. Пока там в Инстаграме кто-то не выложил, пока где-то в плохом качестве не выложили, вообще нигде ничего не было. Вот только-только нашел в хорошем качестве и делюсь с тобой в телегу. Сейчас все это дело залью. Посмотрел, ну, делал я азартные ставки, кто помнит. Напомню, конечно, что наши кореша дарят приветственный бонус до 10 300 рублей. Ссылка в первом закрепленном комментарии. По промокоду НЕКАРАТЕ Мелбет всех одаривает. И это не самое главное. Самое главное, что еще если выиграл, то они выплачивают. Надо отдать им должное. Собственно, ставки я сделал, ставки я промотал обе. Ну, не переживай по этому поводу. Деньги копеечные, настроение хоть более-менее поднялось, когда я посмотрел поединки. Знаешь, как я это скакал и думал, у меня деньги стоят, а где бои? Нету боев, нигде найти не могу. Парабеллум, что такое? Ну и, собственно, нашел, обрадовался, посмотрел и, ну и не сказать, что огорчился. Касательно Якубова, что хочется сказать? Ну, предсказуемо, конечно, просадка с точки зрения функционала. Да, предсказуемо. Парень первый раз поехал биться в Штаты, до этого бился в России. Здесь и организм мог отреагировать не лучшим образом. Это бог с ним. Непредсказуемо то, что по сравнению с Фостером, несмотря на свой форсаж, он все равно выглядел медленно. Фостер как матадор контролировал Якубова, разворачивался, постоянно видел оппонента, никогда Якубов не заходил за спину, условно говоря, за оппонента он не уходил по оси. То есть Фостер постоянно вот на контроле, на дистанции, когда еще стоечку поменял, время от времени еще более сбивал Якубова с панталыку. Ну и, собственно, если первую половину боя можно было отдать Якубову за счет взрывов, за счет темпа, который все-таки накручивал помаленечку. Вторая половина боя полностью под диктовку Фостера. Вообще полностью. Итогом еще и в 12-м раунде приземлили. Ну, вот такое решение судейское. Конечно, не отражает оно поединка, но, тем не менее, единогласно, там, с огромным отрывом Фостеру бой отдали. В общем, Якубову надо делать работу над ошибками. Что я тут скажешь? Ну, вот, как говорится, это профессионализм. Если ты красавчик, тогда должен быть красавчиком везде, а не только в Екатеринбурге. Вот она мысль, вот он месседж. Конечно, я не ожидал, что Фостер в лучших красках себя проявит, а Якубов, собственно, Якубов не сможет показать свой, даже свой уровень. Это касательно первого поединка. Касательно Джалолова-Соколовски. Здесь уже все значительно попроще. Здесь задача была только уронить, положить, потому что Соколовский, он крепкий парень. Со многими он прошел всю дистанцию. Но, как говорится, не с Джалоловым. У Джалолова не забалуешь. На ногах подвижный, ну, двухметровый кран, который нереально мощно может зарядить, и при этом он постоянно в движении. И левша. Не смог подобрать Соколовский никаких ключей, не то что ключей, он подойти к нему не смог. Несмотря на то, что ребята габаритные, но настолько легко двигался Джалолов, что просто порхал как бабочка и жалил как оса, пчела, я не знаю кто. Жалил, как шершень, наверное, даже, скорее. Собственно, что хочется сказать, Джалолов-то итогом
победил, да, он, по-моему, в первом или во втором раунде уронил сразу Соколовского, и в пятом там технический нокаут, рефери сказал, что не надо продолжать, там тоже было попадание, вроде оклемался, привстал, но рефери сказал, что баста, хватит. А к чему все это? К тому, что Джалолов дальше уже хочет двигаться. Джалолов уже говорит, дайте мне Усика, дайте мне Джошуа. No problem, говорит Джалолов. Вот это было бы интересно. Жалко, что в боксе поступательное движение. Сразу тебе никого не дадут, потому как ими надо немножечко подзаработать. Немножечко рекорд набить. И только тогда к тебе заинтересуются. Жаль. Хотелось бы мне сейчас, прямо вот сейчас посмотреть поединки Джалолов. Тот же Джошуа Джалолов, Уайлдер Джалолов, Усик. Было бы занятно. Но... Я предлагаю. В Васюках надо устроить международный шахматный турнир. И все. На турнир съедутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут. Четкая победа. Сегодня бьется Бектимир Меликузиев. Если кому интересно, обязательно посмотрим, обсудим и поединок выложу в тележку. Собственно, продолжая, не забудь забрать бонус от Мелбет, подписаться на канал и до встречи в следующем видео. Уже рука махать устала. До новых встреч, брат. Пока.